Всем привет на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Nissan Almera. Разобрали автомобиль. Автомобиль грязненький у нас. Сейчас будем все это дело пылесосить, обезжиривать, подготавливать поверхность к проклейке. Обратим внимание на двери. Двери задние абсолютно пустые, как барабан. Ни одного кусочка вибра. Крыша скинули. Тоже ни одного кусочка не приклеили. Автомобиль шумный. Требует дополнительной шумоизоляции. Задняя дверь. Посмотрим передние. Ну, над передними дверьми у нас поработали, но не производитель. То есть я не знаю, зачем это было сделано. Народ разбирал, старался, клеил. Потолочный пенопласт потолка. Наверное, остатки. Зашумоизолировали дверь. Ну, конечно, никакого эффекта от этого нет. Будем это все удалять. Проклеили так добротно. Ребята старались. Да. Смысла в этом, конечно, никакого. Будем отдирать, исправлять, обезжиривать, проклеивать. Разобрали так багажник. Ну, то же самое, чего и требовалось ожидать. Голые арки, голые крылья, арка изнутри голая, ничего нет. Приступаем к работе. Закончили проклейку первого слоя, виброматериал на Nissan Almera. Проклеили весь багажник, вот, пол багажника, арки. Арки проклеиваются усиленным материалом. Материал предварительно разогревается до определенной температуры и прокатывается все валиком в обязательном порядке. Проклеены крылья. Все прокатано. Проклеили также первым слоем вибро двери. Двери, все прокатано. Проклеен салон. Также материал был предварительно разогрет. И при проклейке прокатан валиком. Арки со стороны салона также проклеены усиленным материалом. Проклеили крышу. Так у нас все это выглядит. Также все прокатано. Продолжаем работу. Закончили проклейку Nissan Almera. Поклеили багажник шумопоглощающим материалом. Проклеили арки, проклеили крылья. Готовы двери на автомобиле. Таким сплошным листом все заклеено. Поклеили крышу шумопоглощающим материалом, двери, и проклеили салон. Теперь в автомобиле будет передвигаться намного комфортней, будет меньше шумов, скрипов и так далее. Приступаем к сборке авто. Закончили сборку салона Nissan Almera после шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока.